Всем здорово, народ! С вами Грал. Продолжаем прохождение за рыцаря, кузницы Кшатры. Игра Blade of Darkness. Погнали, рекламная пауза окончена. Что это за дедушку они? Да, ну блюдо, сейчас рычаг клац, ага. И дедушка с горелку ел. Ну это, сука, как бы мне не дедушку жалко, а то, что сейчас... А, это с топорами лохи. Все, это хуйня. Это их, знаете, шинковать можно. Ну, одного лучше убить. Ну и главное ни одного не потерять, то есть чтобы весь опыт с них был моим. Ой, ой, чуть не урубанул меня. Отожмем, отожмем, отожмем лица. Да? Тут мы его отожмем, я понял. Пузыри, хуем, не мои хуем. Или я должен был его спасти? Да не, вряд ли тут такую миссию дали. Это не та игра, где кого-то надо спасать. Ой, ой, больно! Пиздец, больно! Пошли вон. Блюдки жирные. Сейчас придется вампирить начинать. В принципе... Сука. Сука, 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 сука. Ну. Отхил. Короткий, короткий у тебя топорик. У тебя и писюн, наверное, такой же, да, дружище? Вот тут хорошо их рубить. В узком проходе это. Другое дело совсем, видите? Так, вот это мой минотавр, не трогай его. Не трогай, это мой минотавр, мой, блядь, минотавр, мой. Трогай его, я лучше хитами своими пожертвую, чем минотавром. Это мои хиты потом. Ну как хиты, в смысле, мой опыт. В первую очередь это мой опыт, а потом уже это мои хиты. Вот видите, если бы они были с молотками, это было бы нестерпимо сложнее. Вот так они, лоховские. Ну плюс уровень пониже-то, чем у того. Все, все, расцинковали, разобрали, расписюнили. Отлично все. Все отлично, другое дело совсем. Так и все-таки, это была основная сюжетка или нет? Что я потерял сюда, потерял, спустившись сюда? Или я ничего не потерял, а лишь приобрести его? Ну не знаю, стрёмно на самом деле было. В какой-то момент я даже подумал, что мы не пробить. А что там? Тут закрыли меня, там закрыли. И тут закрыли. Хм. Куда ж мне теперь? Дайте я угадаю. Я сейчас действительно окажусь сзади. Ну, как бы приду туда же, куда мог бы там выйти через мостик. Или нет? Так, это просто разъебанный кувшинчик. Кувшинчик вари, кувшинчик не вари. Слышно, нет? А, слышно, все, услышал. Дело в том, что у меня это обратно на колонке выводится. Мой голос только тихо довольно-таки, в отличие от звуков игры. Так, ну, уходить тем же путем, что мы сюда пришли, я пока не вижу никакого смысла. Вот тут зелье может какое-то лежать вполне. Это было бы вполне в духе игры. Что-то все это знакомое очень. Лестница в пекло. Главное нам никуда сейчас не провалиться. О, лошок. Лошок-алашек. Тихо. Не вздумай. Я тебя, блядь, отшинкую руку, ногу, жопу и писюн. Жопа, писюн и пуч между ними. Знаете такое? Бля, жалова прилетела.
Ой. А вот там, кстати, и тяжелая булава очередная. И боевой молоток. И военный член. Гадость какая. Кстати, интересно, почему двухсторонней булавы нету? Нет, мы не отсюда пришли. Мы тут вообще еще не были. Это новая локация какая-то. Казнил. Лоха. Лоха. Стоп! Стоп! Серьезно? Так, не, мы тут не были. Как это? И тут мы не были. Что-то это все новые какие-то локации, на которых я еще не бегал. И не очень мне понятно, как сюда можно попасть, откуда и так далее. Так, вот там мы пробегали, поднимались, я правильно понял? Не надо рыгать, скотина. Я тебе не разрешаю. Я и сам могу рыгать. Но я ж не делаю этого, и ты терпи. Пидарас. Нихуя себе, сука, что делает? Говно какое. Мутант сраный. Да. Ой, скелет. Ты только не прыгай вниз, друг. Вот тут самое время подумать о тяжелой булаве, вы знаете? Булаве или булаве, я не знаю, как правильно. Двадцать один. Да ладно, бросьте. Это тоже хуй знает где еще было. Самое время, по-моему, сохраниться. Сейчас точно какая-то хуйня произойдет. Я уже и так нормально напроходил. Сложно ответить, на самом деле. Как же без тяжелой головы? Ладно, пошли за ней. Стопунечки. Что будет, если вот сюда выпрыгнуть? Можно? Можно. А для чего? Хуй его знает. Ну, может, мы тут что-нибудь найдем, интересно? Ёба, чуть не упал, не разбился, прикиньте. Это было бы глупо, конечно. И обратно я не залезу, да? Дебил, что сказать. Ну, хотя, вот можно и вот так вот, в принципе, да? Можно. Почему нет? Только опять же, это не значит, что мы нашли тяжелую булаву. Она нам нужна, напоминаю. А интересно, топорик бычка можно взять? Никогда не думали об этом. А я вот подумал сейчас. Ага, конечно, 10 раз. 10 нам раз дали топорик бычка.
получается скелетом без булавы я не очень хочу. Оп, тяжелая булава подходит. Значит, кидаем меч, берем булаву и идем воевать со скелетом. Вернее, подожди, эй, глупость какую я сделал. Меч как раз надо было кинуть вот туда, туда, куда мы побежим сейчас, к скелету. Вернуться за вот этой булавой, а потом прибежать уже, запрыгнуть уже с булавой в руках туда. Просто иначе есть шанс, что пока мы будем менять меч на булаву, понимаете. Во-первых, булава, по-моему, плохо летает, если я не ошибаюсь. Хотя нет, я, наверное, ошибаюсь. Во-вторых, пока мы будем менять оружие на оружие, меня скелет может шинкануть. А там внизу есть еще, кстати, смотрите, еще один мостик. Ну, я надеюсь, мы допрыгнем туда. А что там снизу, я не знаю, сейчас пойдем посмотрим. Как обычно, нечто неоднозначное. Какая-то чупакабра. А, ну вот. Да? Нет, не да. Стой. Стоп, а как так? Это какой-то финальный, да, зал? Или это самое начало? Это самое начало, ребята, вы не поверите. Смешно. Как бы нам не сейчас не провошить, спрыгнув вниз. Но я думаю, мы сейчас что-то интересное можем найти, если вниз спрыгнем. Есть такой шанс, как вы думаете? Ну, конечно, есть. Вот только как отсюда уходить потом? А, тоже все вполне однозначно. Ну, у меня уже, увы, есть такое зелье, поэтому... Тихо. Нормально. Все получилось. По крайней мере, мы знаем, что там оно есть. Если что, мы сейчас за ним вернемся. Ну, потратим свое и вернемся за этим. Хорош. Да, мы над стартовой локацией, только повыше. Повыше, повыше. Ничего себе. Причем не то, что повыше, мы высоковатенько. Ну да, снизу сюда не залезешь. Сыпался браток. Бартулин. Смотрите, какое небо сумасшедшее. Желтое небо. Как желтый дом, только желтое небо. А, ну и по большому счету мы вернулись туда же, откуда и пришли. Правильно получается? То есть мы можем сейчас вниз спуститься. Пробежаться еще раз по уровню, вокруг да около. Не так уж это и плохо, потому что там зелье на 1000 лежит, как минимум внизу еще. Почему бы и нет, правильно? Ой-ой-ой-ой, вот оно зелье на 1000. Так, вот туда вперед явно пока рано идти, и мы не побывали еще в одном месте важном. Самое время чуть-чуть, так сказать, сделать откат по прохождению уровня. Возможно, это не всем сейчас идея понравится. Но у меня есть аргумент, почему я так делаю. Мы сейчас по, да, по вот этому парапету туда и слезем. Плюс мы вот там не были. Вот видите, куда я взглядом смотрю? Прямо и... Тихо-тихо.
Сейчас мы тут глянем, что можно забрать. По большому счету, все, что не привинчено, можно забрать. Но не только это. Так, синее зелье у нас есть. Меч мы забираем. Опять же, без меча мы этого никуда не идем. Мы его пока носим с собой, просто, возможно, он нам еще понадобится. Может, я его пока недооценил. Булаву-то мы довольно часто можем сейчас найти. Тихо. Далеко летит? Разобьемся? Там можем и разбиться, кстати. Фух, нелегкая эта работа. Из болота тащить кашалота, да? Это из сказки «Ай, бомбит». Хорошее название. Душевное. Ай, бомбит. Ёма. Так, ладно. Как все хитро и сложно-то на этом уровне. Бля, я только что видел, где тут десантироваться можно. Я уже потерял, представляете? Что? Круг башни? А, круглый щит. Нет. Нет, круглый щит, действительно. Открой щит просто. Понятно. Где же я хотел назад вернуться? Блять. Что ж все так неоднозначно-то? Что ж все сложно-то? А, ну это вот за мной башня закрылась, точно. Все, вот мы и нашли, где вниз десантироваться. Сейчас мы заберем наше зелье тогда на 1000. Какого хуя? Или это не та башня? Может, я что-то путаю? Да нет, не могу ничего путать. Да-да-да, вот тут зелье где-то лежало. Отлично, берем, пьем. А хитов-то у нас уже не так-то и мало. И набрать их уже тысячными даже не так-то и просто. Но тем лучше, мы как раз побываем там, где до этого не побывали. Казалось бы, да, уже как можно вернуться в начало уровня. Вот можно. Ребятушки, всегда все можно, если сильно постараться. Ну или почти все, да, и почти все. Вот тут мы сейчас как раз спустимся вниз чуть-чуть. Ну да, опять же, смотрите, закрылась за мной башня вот там. Где там был лик? Нет, не тут, ниже был лик. И не тут. Что за чертовщина? Вот, вот тут был лик. Вот сюда мы не заходили. А возможно тут что-то интересное. Ёб твою мать. А как же ж я без булавы воевать с ними буду? Ну вот опять начинается, да? Конечно начинается. Кто б сомневался. Выбираем, чем их шинковать. Ну, значит, вот этим будем шинковать. Значит, какими-то стандартными ударами бить их придется. Увы, мне увы. Ретируемся нахер. Может, булаву найдем. Сука! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой прикол, дебильный. Ебани себя палка. Мудак. Смотрите, как бездарно я, блядь, прошел это место. Зато вы узнали, куда можно попасть еще. Так, надо понять, как от перекрестника избавиться. Хуёво, все очень хуёво. Все, я умер, блядь. Сука. Ставлю на паузу, ребят. И вот мы здесь.
Ну как здесь? Еще не здесь, но будем начинать прямо с этого скелета. Нихуя себе, начали с этого, блядь, скелета. Классно. Хорошо, пойдет. То есть будем короткими перебежками. Взяли меч, донесли, выбросили, взяли булаву, пробежали, перебили скелета, потому что, видите, скелеты, скелеты, еще раз скелеты, это нихера не нравится. Что там внизу? А что там внизу? Я не понимаю. Ладно. Вон педик стоит, дышит какой-то. Плюс мы теперь знаем, где там провалы. Мы сейчас, я думаю, это пройдем без особых проблем. Если этот мудак наш, рыцарь, не будет не доделывать суперудары свои недоделанные. А мне кажется, или там он впереди зелье какое-то лежит? Нет? Мне, наверное, кажется. Сейчас мы изучим все эти моменты. Я вижу, тут изучать, изучать, и всей жизни не хватит, чтобы эту игру полностью изучить. Что-то у меня такая догадка есть. Хотя, возможно, все это декорации. Так, а что у нас слева? А, слева у нас начало карты, между прочим, вы знаете это? А в начале карты у нас, если я ничего не путаю, халявные зелья лежат. Соответственно, делаем следующую штуку. Значит, блять, я не знаю, вернусь я сюда, не вернусь. Как бы хер его знает. Давайте посмотрим, что у нас тут впереди. Давайте вот сюда принесем меч. Вот этот огненный. Или не будем ничего приносить, а прям таки оставим его там, где он сейчас лежит. А высадимся вот сюда, налево. Я думаю, мы ничего не потеряем тем самым. Ебать, а где это? Я думал, мы тут были уже. А по-моему, мы тут не были. Херня какая. А, все, я понял, где мы. Все, въехал. В принципе, нормально. А, с той только разницей, что... Что? То. А, зелье идем, забираем. На 1000? Нет, это не совсем то место, о котором я подумал, но тоже подходит. Забираем зелье на 1000, бежим. В остальном все нормально у нас. Пока все срастается. Так, нет, там скелет у нас похоронен на дне лавового океана. Кто обитает на днище ебаном? Тот самый случай. Не надо меня жечь. Жги, но не меня. Харя чухается. А, еще один вопросик у меня остался. Вот там вот где Минотавр стоял. Там ничего я не пропустил. Может, там какое-то зелье еще? Может такое быть, как вы думаете? Да, походу, ни хера тут нет. Thank you.
Рыцарь разваленный является. Щит Варвары. Так, скелетов мы там развальцовывали. Да вроде бы развальцовывали. Ну хорошо. Это отлично. Значит, вспоминаем, на чем мы зашкварились при прошлой попытке покорить вот эту секретку. Вот эту. А почему бы нам не сохраниться? Оно лишним не будет, вы знаете, ну его нахер. Мы не делаем уже никакого сейв-сохранения, уже не получилось, как минимум. Поэтому уже воюем, значит, хотя бы все остальное бережем. Тихо. Пошел ты вон, ублюдок. Первый пошел. Второй пошел. О, вот так вот получше, чем под перекрестником потом от них бегать, правильно? Совсем другое дело. А где там петушок еще один? Ничего я не понял сейчас. Так, нам вот эти вот надо дырки перепрыгивать, короче. Ага, есть такое дело. С огурчиком. Где он, где он, где он? Ты давай там со своими стрелами, не шали. Ничего себе, он забрался. Путь наверх. Меч что? Меч Рагнара? А, круглый щит. Показалось. Бывает. Блин, а когда-то помню, эта игра казалась топовой по графике. Реально, может она не казалась, даже и была такой, в принципе. Ну да, ну такой именно была в тот момент. В каком? В 2002 году? Дума 3 еще не было, соответственно. А что тут? Как тут? Куда тут? Тут не открывается, вы хотите сказать? Я зря сюда пришел? Да нет, это сложно поверить, если честно. Может тут где-то что-то как-то дернуть надо? А, ну вон, конечно, да. Смотрите. Не зря я глянул вверх. Ну просто потому, что дверь закрытая такая. И стрелы обычные. Стрелас. Стрелас. А мы так не сможем, да, закинуть? Ну да, мы ж не артиллерия, блядь. Ну хорошо, хорошо. Стрелосы. Стрелосами стрелять, блядь. Там еще такое все огненное. Такое раскаленное. Да? Ты уверен? А если я вот так сделаю? Ага, открывается. Это сейчас как бы не руна оказалась бы. Тихо, тихо. Куда ты пошел? Куда ты полетел, другалек? Мне кажется, или он щит лежит какой-то имбучий. Показалось. Да. Тарч. Лежал. За клавиатурой. И ему показался тарч, лежащий на земле. Слушайте, а вот этот меч, то есть, как бы, мне сейчас за него покарают, да? Мне сейчас накажут за него, да. Давайте, знаете, что сделаем? Шьёрт побьяри. Ну ладно. Шо вы там, ребята? Там лава хоть не поднимается?
скотина проклятущая. Что ты прикрылся щитом своим дырявым, вонючим? Не поднимается лава, нет? Или поднимается? Ничего не понимаю. А тут такая музыка заиграла, как будто мне сейчас жопа порвили. Ну, не поднимается, тогда все в порядке. Потому что если бы лава поднималась, я бы испугался, а так... Еще скелетов сраных не боялся. Вы что, озверели? Ну то есть, по сути, в этой кузнице можно найти по одному огненному оружию на каждого персонажа. То есть, уникальному огненному оружию на каждого персонажа тут есть. Итого 2500 хитов осталось. Ну не так-то и мало пока что. Ну полтигра. Полкабин. Напоминаю всем, кто пьет чай, кофе, приятного, так сказать. Дебил, ты сейчас сгоришь. Мудила. Он и мне следом за ним не сгорит. Смотрите, скелет горит. Он еще орал так как-то. Дебилой. Туда тебе и дорога, пильник. Так отправляйся же обратно в ад. Прямо же настроение поднялось. Люблю, когда монстры мучаются. Особенно определенные виды монстров. Так, ну а я-то думал, тут что-то посерьезнее будет. Ух ты! Вот как так? Вот это прикол. Вот это прикол. И как мне отсюда уходить теперь? Не совсем понятно, если честно. Так, ну хотя, с другой стороны, что тут непонятного, блин. Вот туда и уходить. Да? Ну да. А почему нет? Так, там дверь открытая осталась. Тяжелая булава, опять же. Щит. Опять же. А ведь мы тут были, кто помнит. Заодно проверим, куда этот лифт ведет. Везет, пардон. Отсюда можно куда-то допрыгнуть? Вот туда, например. Если я вот так камеру отдалю. Я смогу заглянуть вот туда в арочку или нет? Там зелье не лежит часом никакое? Непонятно, если честно. Стрёмно и не хочется перепроходить лишний раз. Да не, наверное, нехер там ловить особо. Идти. Что-то я вообще запутался. Запукался. А, смотрите, я ведь отсюда возвращался потом. То есть... Нужно ли мне туда идти? А, наверное, не нужно, вы знаете. Наверное, мне туда идти не нужно. Бля, я что-то забыл, а куда мне отсюда идти, действительно? Как так может быть?
Прикиньте, я забыл, куда идти. Охуеть, не стоит. Ну, если я сейчас вот отсюда спрыгну, и не факт, что я вернусь потом, да? Я там двух бычков развальцевал. И... А, и был таков. Да, я оттуда ушел потом. Точно. Так. Все, нормально. Нормально, нормально, нормально. Бывало и хуже. Хуёвше. Так, все хорошо, идем. С огурчиком. Тут не резнулись новые? Мудни новые не резнулись, окей. Так, тут мы были. Ну, в принципе, ничего нового мы уже не найдем. Просто геометрический уровень довольно навернутый. Я думаю, со мной сейчас многие согласятся. Так, наш меч, как обычно. Да бросим, уже было выставлено. Хотя, опять же, я не знаю, может она нам понадобится сейчас еще. Сколько раз мы будем так еще по 10 раз сюда-сюда все носить оружие. Я не знаю, ей-богу, это интересное выражение. Стоп! Это куда мы так сейчас попадем? Оттуда мы пришли, да? Или нет? Нет, да, мы оттуда пришли. Так. Такая локация обширная все-таки. Может, тут где-то какое-то секретное зелье есть дополнительное? Может такое быть? Знаете, мы сейчас сделаем как всегда. Так, тут ничего не упадет. Решетка никакая. Вот тут может закрыться. Соответственно. Богу приносим сейчас сюда же. Да-да-да. А вы как думали? В сказку попали? Нихуя. Ваша сказка, моя быль. И где моя быль? Булава быль. Где моя булава, ё-моё. Сюда она уже потела, вот. Отлично, все. Вот теперь идем, продолжаем бой, так сказать. Ничего мы не попровтыкали. Может, отсюда сейчас куда-то еще можно попасть. Ой, страшно мне эти перепады высот пропрыгивать, если честно. Лучше не пропрыгивать. Так, и сразу проверяем вверх и вниз, соответственно.
Может, тут зелье какое-то есть? Нету зелья? Никого? Зельев нету нихуя. Пейте сок, моя семья. Опа. Привет. Ты кто? Псих будет. Ага. Что еще умеешь? Опа. Давайте спустимся, посмотрим, что там к чему-то. Ты гляди, чуть моего рыцаря не рубанул. Отсюда свалиться? Не хердет. Вы ж согласны? Ага. Блин, голой рукой машет на меня. Рогатик. Как косатик только, рогатик. Все, зашинковали. Главное не спешите, видите? То есть, не всегда спешка тут. Ой. А ты откуда тут взялся? Тебя тут не было. Как ты сюда поднялся, идиот? Скотина, ты не крещеная. А я тебя зашинкую. Сюда иди, гавка. Ага. Ой-ой-ой. Слушайте, он меня потравил. Ну и что мне пить? Давайте так чисто, чтобы от отравы спастись. Хуйки ему такое зельечко одно. А, кстати, мы там хотели огненным мечом поработать. Главное нам сейчас не упасть. Пусть они за нами идут, а не мы за ними. Вот мы сейчас и поработаем огненным мечом, собственно. Знаете, почему им? Сейчас покажу. Конечно, что ты мне еще можешь предоставить? Смотрите, как они аж вспыхивают от радости. Им так нравятся мои атаки, что они аж загораются от радости. Ёпта. Мне аж самому жутко стало. Не, ну что, бочки? Ребятушки, бочки этот меч просто феерически крошит. Как я мог раньше не оценить его преимущество? Это же идеальный меч для разрубания бочек. Правда? Ты именно это мне хотел сказать? Ладно, нам тут нигде не провалиться. У меня есть чуйка, что сейчас именно так и будет. Или нет? Может, я ошибаюсь? Вот там, что внизу в самом? Я там не умру, если спрыгну? Ну, хуй его знает. Неоднозначная штука. Какие-то досточки, карборосточки. Барбаросточки. Это как в анекдоте про план Барбариса. Сейчас сохранимся на какой-то адекватной поверхности. Не на 3D полу. Так, где? Куда? Сюда. Да страшно мне просто. Я не трус, но я боюсь.
изогнутый меч. А я что тут был? Блять. Вот не зря сохранился. Это я тут был, это тут скелетом порубили. Короче, это все те же локации, только в другом разрезе. Скажем так. Не понял, подождите, а как-то... А, ну да, все правильно. Все правильно, все правильно. Схема. Так, как же мне туда проникнуть? Двое? А, нет, он один. Тогда съебывается хоть подальше. Шинк, шинк! Ай, блядь, больно. Шинк! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, зажимают. Я себе их тут. Давайте, знаете, как делаем? Бежим. Угу. И знаете, в чем сейчас суть? Нам сейчас надо выбить того, у которого зелье. Блять, нас сейчас могут ебануть, я вам говорю честно. Больно. В принципе, доспехи нас как бы защищают частично, но не идеально. Нам выбить надо в первую очередь того, у которого full life potion. Сука, а как же быть с ним? Подождите, есть другой вариант. Блять, все, ушел мой full life potion. Загружаем. Не зря сохранялся все-таки, видите? Не зря, не зря. Ну хотя бы знаем, чего ждать теперь. То есть нам надо быстренько вынести того, у которого full life potion. И желательно сделать вот этим мечом это. Сложность лишь в том, что атака очень неоднозначная, очень довольно-таки дальняя. Далекая. Как правильно, далекая, дальняя. Один хуй на самом деле. Не разбился. С какой стороны? Мудин. Не попал. Отходим. Отходим. Так. Да ты говно, ты хуя. Снимаем ствол лишний. Так, мы хоть того, у которого full life не выбили? Или выбили? Блять, по-моему мы... Да, он, по-моему, его уже юзнул. Случай потрох. Плохо, ребята, очень плохо. Очень скверно. Чувствую, сейчас нам предстоит N перезагрузок. Потому что full life potion нам нужен. Тогда делаем иначе. Делаем совсем иначе. Карамба. Ай-яй-яй-яй, убили негра. Не, я даже больше того скажу. Я сейчас просто прерву видеозапись и начну отдельным роликом вот эти дубли писать, для того, чтобы монтировать проще. Так, котята, а теперь самое необычное. Я совсем забыл, что у нас и так с прошлой карты еще потрачено одно такое зелье. Вернее, одно такое зелье мы на этой карте потратили, когда лечились от яда. А вот full life potion у нас еще с прошлой карты, оказывается, проебано. А я думал, оно у нас есть. Так что нам сейчас надо вывести из этих ебаных рыцарей все
без потерь и все забрать себе. А самое, сука, обидное, это то, что сейчас эта ебучая игра буквально к пятому дублю взяла и просто вылетела. Поэтому я сейчас загружался заново, начинал видео заново, фиксил то, что там было до этого. И я как чувствовал, когда прервал запись видео вообще, а не поставил на паузу. Ну вот, вот буквально 100 метров назад. И, блядь, короче, пиздец это все. Все хорошо в целом. Я смонтирую, будет нормально, но вылетела игра, вы понимаете? Если бы это было видео на паузе, а не отдельное я видео для дубляжей писал, вернее, для дублей, то, возможно, зашкварилась бы куда большая часть прохождения. Чем так? Ага. А? Самый жесткий такой, да? Типа рыцарь-царь. Цо-царь. Ты цо-царь. Рыцарь-царь. Тупой цо-царь. А? Хуй тебе. Сука, это было мое зелье. Дерьмо тупое. Ублядок. Так, ладно. Поздно пить боржоми. Где наш герой? Это как так, нахуй? Ага, вот он, вот кого мне надо убить. Сука. Как-то не вдало вышло. Ага. Шо вы там, шо вы там? Пелики. Кучкуетесь. Попецки шлепаетесь, да, ублюдки, сука, утырки тупые. Шинкуем! Шинкуем их нахер всех! Нахер шинкуем, я сказал. Так, full life potion есть, по крайней мере. Бля, это больно же, сука. Опа. Так, почти. Ну ладно. В принципе, можно считать, что мы это сделали. Почти что сделали, блядь. Пусть им уже с 500-очка, я думаю, что мы без нее как-нибудь проживем. А наш full life potion сейчас не проебался. Вот он. Так, смотрим на состояние щита. На состояние. Ну щит в порядке так-то. Так, теперь смотрим на все остальное, что у нас имеется. А имеется ли? Да вроде бы. Так, может тут еще что-то где-то в нишах лежит полезное? Может такое быть? Я просто сейчас вот подумал, что если поискать повнимательнее, пошароебиться по углам. А ну-ка. Отодвигаем камеру, идем смотрим внимательно. Я бы не отказался еще хоть какое-нибудь зелье найти, правда? Очень хочется. Но, по-моему, не судьба. Зашквар какой-то. Зашквар, зашквар, кругом зашквар. Так, это вулкан, это вулкан, это вулкан. Чем вулкан от вулкана отличается, скажите мне кто-нибудь. Ну тут бы взяли где-то и кинули какое-нибудь зельечко маленькое. Слабо что ли? Что им стоит зелье кинуть? Да. Так, и опять прерываем видео на секунду. Продолжаем, продолжаем. Два уёбка, блядь, треснулись. Или три, или сколько их, блядь. Сейчас мы их вампирить будем, пидоров.
Ты посмотри, какая падла, сука, спамит он своим огнем ебаным. А что, я не завампиришь, да, блядь? Опа, нахуй! Завампиришь, очень даже завампиришь. Скоты ебаные, я вам еще член поотрезаю на прощание. Говно ебическое. Псы пердаутичные. Говно ебливое. Хуй за упа, джи горда. Это жопа и пизда. Блядь, дайте хоть одно зелье, пожалуйста, хоть, сука, какое-нибудь. Я уже бегаю в надежде хоть где-то, хоть что-то найти, блядь. По всем памятникам ищу какие-то закладки из зелий, блядь. Ей-богу, по-другому это не назвать. Нигде нихуя нет. Вот вначале вот там за колоннами валялось, помните, в самом начале уровня. И вот я надеюсь, что это не единственное было такое место, хотя, судя по всему, сука, единственное. А, ну чё, еще это вот в середине, там, где Минотавр такой был. Ну как, там где, вот два места было за этот уровень, да, где идет Минотавр и рыцарь якобы с ключом, то есть, который как хозяин его на палатке выводит, который потом от этого же Минотавра издыхает. Ну, сам факт, таких мест было два, первое за решеткой деревянное, второе вот около лавы, и вот там где около лавы, там тоже было зелье литровое, в смысле, на 1000 за каменным столбом. То есть, как бы, ну и все, пожалуй. Больше я не припомню таких мест на этом уровне. Вот хуёво. Супер хуёво. А как мы будем воевать, если у меня, сука, булавы никакой не осталось? Ребята, кто мне скажет? Это проблема, я вам скажу. Сейчас же, блядь, по-любому скелетов пачка вылезет. Или еще какая-нибудь хуйня. Вау. Корабль. Хотя камень должен был утонуть, по идее. Ебать. Бабардия. Тиргуду. Ну, блядь, еще лучше. Хотя, блядь, а что такого, собственно? Тихо. В пизду пошел. Ой-ой-ой, больновастенько. Братан, больно я тебе сказал, сука, отъебись от меня. Шо ты нахуй со своими камнями? Руки-базуки, блядь, он мне показывает, ты понял, блядь? Бы его разъебать поаккуратно. Угу. А скажи мне, как ебутся гуси? А ведь гуси все ебутся на пруду. Как бы, блядь, в лаву не упасть, главное. Оп! Что-то его не сильно пропенетрировало, я вам скажу. Не скажу, что прям вообще не нанесло, но нанесло не сильно. Ну, в принципе, для того, чтобы его разрофлить, мне должно хватить силы и здоровья. Блять, как бы он мне поебал не дал. Ах ты, сука! Как не вовремя автоприцел был снят. Ага, отлично. Очень в тему. Хорошо пошло с огурчиком, я бы даже сказал. Ага. Гляньте, какой у него паук. Это ключ, да? Это нам еще куда-то идти надо будет? Сука, больно. Поебу попал. Ну, братишка, ну не стукай. Оп, ногу. В
писюн в ногу, писюн в ногу, в колено, писюн. Больно, педрило. Сейчас я щитом закроюсь. Он его разъебашит, да? Как вы думаете? Разъебашит он щит? Опа. Ну, можно рискнуть. Смотрите, а это еще и неплохое уклонение получается. Ой, ой, ой. Блядь, щитом, мудак, закройся. Смотри-ка, закрылся. Я чуть не умер сейчас. Вот он, да, закрылся щитом, принял на щит такие плюхи. А? Лучше уже обычными ударами его дохуячить, я вам скажу. Все, блядь, вангард. Я смотрю, он неравномерно получает урон в разные части тела. Священный черный драгоценный камень из обсидиана и хранитель меча. Пиздец, конечно. Фух, товарищи, мы прошли это сие дерьмо. Союзники демонов продолжают процветать с помощью силы темного божества их культа. Ури Сабрик, черный паук из обсидиана, оставался скрытым. Но теперь он, наконец, находится вне опасности. Наконец. Вне опасности. От кого? Пауку явно опасность не грозила. А я уровень должен выбрать, да? Ну, погнали. В альфа-рума, что у нас выбора нету, все равно. Когда боги решили наградить Нарима Пиуса за годы его службы своему народу, они бросили священный монолит, который пробил землю в Альфаруме, что привело к появлению родника среди сухих песков, воды которого были самыми чистыми. Чтобы отблагодарить небеса, был построен этот храм на месте, где Саван, путешественник, охраняет желтый драгоценный камень. Угу. Понятно. Ну а ссылка на плейлист будет в описании. И продолжим мы этот чудесный уровень уже в следующей серии. Что ж, если вам понравилось, ставьте лайк. Я старался, я монтировал. Ну еще не монтировал, конечно, сейчас буду монтировать. Так что всем пока-пока. До новых встреч. И подписывайся на канал, если ты еще это не сделал.